Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Those. Yeah. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, keep it a buck, I don't fuck with these niggas. Always been one up on all of these niggas. They be trying to front for all of these bitches, but I ain't got time cause they all in they feelings. Ice of the gang and we making a killing. It's 2020 and they notice the vision. You be the hero, I'm playing the villain. The underdogs and we walk in the villain. We getting money, yeah, they think that we dealing. They talking hot, yeah, fuck their opinions. And we won't stop till we all touch a million. Don't ever forgive, but we probably forgive them. My nigga, I'm living, taking the cards that was given. My blessings is already written. Putting ourselves in positions to making some major decisions. Started from the mud, now you see us going up. Numbers never lie, now you see us blowing up. People used to front, now you see them showing up. So what's up? I've been down and out, but look, look, look. I'm trying to get where I'm going, but haters be trolling, that's where they fucked up. Thinking you got me right where you want me, I tell a ghost just ducked up. Sending them shots, we send them back, yeah, nigga. Друзья, как думаете, что я тут лазю? А потому что решил полетать на квадрокоптере и еще теперь его приземлился где-то не там, где надо. Блин, хорошо, хоть не в воду. Надеюсь, найду. Пипец. Я сошел, друзья. Блин, я уже тут 40 лазю. Блин, я, главное, посмотрел, ну что, он летел отсюда, будто бы даже немножко в воду булькнул. И вот сюда, по траве. Я смотрю, вижу, даже данные сбил. Просто, смотрите, сколько здесь. Просто все обошел, короче. Трындец. Уже все, отчаялся. Он лежит, родной. Бляха-муха, вот я лошара. Решил по-быстрому лодочку собрай, а квадрокоптер, вот он, целенький. Это все ерунда, просушил. Чуть-чуть нырнул. Бляха, хорошо, трындец. Ай. Все, пошел. Вот, пособирать. Не пошла она здесь. Рыбалочка. Ладно, ладно, нашел. Блин, уже 7, блин. Я уже должен был плыть. Уже там был бы, блин. Отлично, ничего. Просто отлично. Ребята, всем привет. Наконец-то я выплыл. Конечно, утро не задалось. 40 минут, блин, поисков квадрокоптера, блин. Но главное, нашел. Да, лошара. Начал просто лодку собирать. И, ну, думаю, сейчас он прилетит, как бы там у него есть такая функция возврат домой, ну, то есть, а он что-то взял там в метрах 50 начал садиться, я смотрю уже, что он на воду садится, я, короче, давай эти слики, короче, вперед,
стики, короче, вперед, и он успел там на берег, короче, в траву, блин. Ну, немножко начал булькать уже, но потом, блин, вообще фартануло, конечно, я, блин, вообще. Вот я все думаю, это либо к хорошему клёву, либо сегодня просто день не мой. Сегодня обещают солнечный день. Вот, но северный ветер такой сильный достаточно будет. То есть, по идее, он должен сейчас уже быть, но что-то его еще пока нет. То есть, он будет дуть вот так вот. Либо сбоку, что-то так, не помню. По-моему, так, начнем. По удочкам я сегодня взял. Ну, опять стандартную Каренти. И взял, решил помощнее палочку взять. Это Тира прототип. До 28 грамм. Может быть, голавль не будет ловиться. Ну, или голавля даже буду ловить со шнуром единичка. Ну, начну я с, конечно, Каренти. Это так, чисто, если вдруг опять будут отрывы, обрывы. Да, единичку поставлю. А так шнур у меня 0,6 сегодня будет, small game. В принципе, там до 4 килограмм, 4,3, думаю, нормально будет. Флюрик поставлю, поводочек, потому что все-таки там тоже об камни много срезалось. Так что сейчас пью чайку и уже включимся, наверное, на месте. А я пока отдохну. Да, вот так рыбалку снимать, конечно, блин, столько времени тратишь на это все. Коптер 40 минут уже, блин, там на воде был. Ну ладно, я не спешу, целый день у меня впереди, поэтому надеюсь, больше ничего сегодня не потеряю. А погода, кстати, с утра 9 градусов, ну днем вообще 20, северный ветер. Ну и проверим активность голавля заодно. Кофеечек попиваем, а птички поют. Сказка. Это сказка, друзья. Первый перекатик, друзья, проработаем вот этот. Водичка холодная, друзья. Одел, блин, жилетку. Что за хер? Любяс. Первый в бой пошел этот. Забыл, как зовут. Свитчер первый в бой пошел в золотом цвете. Главное не оторвать сразу же его. И будет все отлично. Вряд ли он, конечно, сейчас стоит на перекате. Я думаю, он все-таки сейчас где-то в затишочках стоит. Попробуем. Не, друзья, надо идти где затишки, потому что сейчас вряд ли он стоит на перекате, потому что вода очень холодная, прям ногам прям аж холодно-холодно. Так что берем лодку и погнали туда дальше. Вот, мне кажется, вот там, где травка, где травочка, вот там может перспективно в траве стоять и ловиться. Go.
Сейчас приплыву на те места, где был в прошлый раз. Ну, если там ничего не поймаю, то печалька будет, конечно. Просто еще холодно очень реально. Вода 9 градусов. Он, в принципе, мошка всякая летает. Мошка всякая. То есть я думаю, сейчас он прогреется. Часам к 12 он на перекаты подойдет. Ну, я так думаю. Странно, обещали сегодня солнечную целиком погоду, а что-то как-то так. Облака. Сейчас пойду к тому бережочку козырному. Лодочку запаркую и пойду бомбить. Там козырное местечко у меня. Надеюсь, третий раз на этом месте. Третий раз. Бог же любит троицу. Но с утра, если честно, как-то все шло, идет не так. Сдаваться рано. Время еще целый день. Сейчас козырно запаркуюсь и пойду бомбить перекат. Здесь реально козырное место. Все, не переключаемся. Ну, Джакал Хамакура. Вот такой. Первый головчик, друзья. Хамакура. Джакал Хамакура. Первая просто постановочка. И сразу рыбка. Отпускаем, друзья, отпускаем. Отлично, друзья. Я говорил, солнышко сейчас прогреет водичку. И заработает. Главное не оторвать этого спайдера. Не зря он столько стоит. Сразу поставил поклевку. Продолжаем. Таскиваем якорь. И погнали. Друзья, у нас вечера белого. Килошничек точно в нем есть.
и берет исключительно, получается, в затяжках. То есть скинул затяжок, он попадает на струю и поклевка. Видимо, то есть он оттуда с затяжка вылетает. Еще что мне нравится больше всего, что только ставишь приманку и получаешь злющую поклевку. Это реально круто. Так что время у нас еще 11 часов, 11:30 уже, правда. Ну, конечно, клёв не такой, как в прошлый раз. Офигенно там намотало. Приманка улетела, пока я болтал. Свитчер с пучком белых волос. Вот, друзья, свитчер. Такой. Может, сейчас еще поймаю на камеру. Во. Победил. Давай. Красиво. Давай. Сейчас будем еще продолжать. На хикаре взял. Хикари ССР-очка. Вот в таком вот цвете ССР-очка, друзья. ССР-очка хикари. Апстрим. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my. Thank you.
кишках стоит. Сранец. Фиг папуся. О, упитанный. О, какой. Щапла. Прям заглот захватил. Вот он. Зибец. Скушал. Сейчас будешь прыгать, да? Ух, какой хороший. Вот, хикаря работает сегодня, прям пушка-бомба. Взял, а вот прям в затяжке они стоят. Они сейчас на течении их нету, они все в затяжках. Так что вот, продолжаем.